На железнодорожной станции Люберцы-1 прошла акция «Сохрани себе жизнь». В ее рамках волонтеры совместно с сотрудниками РЖД провели разъяснительные беседы с жителями о снижении травматизма на путях. Тему продолжит наш корреспондент. Здравствуйте, хотим напомнить вам в виде листовки о правилах безопасности на железнодорожной станции. Место проведения акции выбрали не случайно. Именно на станции Люберцы-1 самый оживленный трафик в округе. Информационные листовки не спасут жизнь, но еще раз напомнят об осторожности на железной дороге и обязательном соблюдении правил безопасности. Я считаю, наши акции не проходят зря, потому что в 2022 году смертность у нас составляла 17 человек по нашему району от наезда подвижного состава. В 2023 году смертность снизилась. У нас теперь цифра 13 человек было. У нас есть свой актив молодежи. Мы выдвигаемся на различные места, в основном, где чаще всего происходит травматизм. У нас большая, наверное, скорее всего, проблема – это зацеперы. Люди не понимают, что контактные провода – это очень большое напряжение, и это, ну, сразу это смерть. Большинство трагедий происходит из-за невнимательности людей, которые переходят железную дорогу в неположенном месте. Важно помнить, что проезд и переход через пути разрешен только по пешеходным переходам, тоннелям и мостам. Ну, знаю только то, что переходить нужно на зеленый свет, когда горит для пешеходов, и стоять, ну, за вот этой вот полосой. Я знаю, какие это определенные основные правила. Конечно, все люди должны оплачивать проезд, то есть не проникать несанкционированно на пути, потому что это небезопасно. Такие акции проходят регулярно. Сотрудники РЖД ежедневно следят за порядком на платформах. И чтобы обезопасить подрастающее поколение, в школах проводят профилактические лекции. Это самый главный вопрос, это воспитание молодежи. Управление образования постоянно проводит лекции с учениками по предмету опасности железной дороги, как необходимо себя вести на платформах, что не стоит играть рядом с платформой, рядом с подходящим поездом. Еще одна мера предостережения за несоблюдение правил поведения на железной дороге – это штраф 1500 рублей. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.